Новосибирским медикам вручили ключи от 15 новых автомобилей скорой помощи. Машины заменят технику, вышедшую из строя. Новые автомобили не реанимационные, однако оснащены дефибрилляторами, системой подачи кислорода и электрокардиографом. Еще 9 скорых передали в районные больницы. Анна Братушкина подробнее. Андрей Кирчанов – водитель скорой помощи. Уверен, что спасение жизни пациентов зависит не только от врачей и фельдшеров. Водители, даже автомобиль – тоже важные участники этой команды. Но из-за круглосуточной эксплуатации машины быстро выходят из строя. Менять их нужно каждые 5 лет. Сегодня новосибирским медикам подарили 15 новых «Газелей». Ну, от старой она много чем отличается. Комфортом в салоне, дизайн другой. Ходовая часть очень хорошая. Ну и в общем, новая есть новая машина. Во-первых, тепло будет также и больным. По сравнению с старых машинок холодно все равно, и поломки в дороге случаются. А новая машина все равно ресурс больше, чем у старых. Новые автомобили не нужно часто ремонтировать, а значит, в городе одновременно будут работать больше бригад скорой помощи. Очень важно, что в новых национальных проектах, в первую очередь, у нас проект «Здоровье», которые запущены по инициативе президента и по указанию президента, направление по приобретению санитарной техники, оно также присутствует. Это не реанимация, это автомобиль класса «Б», но он настолько насыщен оборудованием, что фактически можно проводить в том числе реанимационные мероприятия. В новых автомобилях есть системы подачи кислорода, электрокардиограф и дефибриллятор. Благодаря новому оборудованию врачи смогут довести до больницы даже тяжело больных пациентов. Главное, чтобы водители других машин уступали дорогу скорой. Машина скорой медицинской помощи для бригады скорой медицинской помощи — это не только средство передвижения, это оборудование, при помощи которого можно оказывать помощь во время транспортировки пациента. Покупка и получение нового надежного оборудования крайне важное для нас и для пациента. Еще 9 автомобилей передали в районные больницы. В 2018 году в Новосибирской области закупили 36 новых машин скорой помощи. На это потратили почти 100 миллионов рублей. Анна Братушкина и Олег Крылевец. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра!